что означает код ошибки U1000 в вашем автомобиле. Хотя это видео больше должно заинтересовать владельцев Isuzu, Infiniti, Nissan, General Motors, так как эта ошибка больше характерна в этих автомобилях. Но также, если у вас другой автомобиль, то я думаю, что вам будет лишним знать и написать мне ниже под видео, после того, как вы прослушаете симптомы, как у вас отображается код ошибки в вашем автомобиле с подобными симптомами. Из-за того, что код U1000 зависит от производителя, точное значение кода может незначительно отличаться от одного производителя к другому. Однако большинство производителей используют код неисправности DTC-U1000, что указывает на сбой в системе шины данных в коммуникационные сети. И у такого производителя, как General Motors, это ошибка условное нарушение связи класса 2. У производителя Nissan это цепь связи CAN. У производителя Infiniti это линии связи CAN, сбой сигнала. И у производителя Isuzu это идентификатор связи класса 2. И чтобы разобраться и понять значение диагностического кода неисправности U1000, вы должны сначала ознакомиться с внутренней работой современного автомобиля в системе связи. И вот по какой причине это видео будет вам полезным. Ведь сегодняшние автомобили полагают на сложную систему модуля, жмут проводов, чтобы поддерживать правильную работу. Ведь каждый модуль в этой системе имеет свое конкретное назначение. Ведь, например, модуль управления двигателем собирает данные с многочисленных датчиков, температуры, давления, чтобы контролировать работу двигателя. И впоследствии эти данные используются для определенных коррекций топлива двигателя и положения самой дроссельной заслонки в системе электроприводов. Также дополнительный модуль, имеющийся на большинстве автомобилей, включает среди прочего модуль управления трансмиссией и модуль управления розжигом. Я не уверен, что вы должны знать, что эти модули должны взаимодействовать друг с другом, чтобы функционировать должным образом. Например, модуль управления трансмиссией транспортного средства полагает на информацию от модуля управления синхронизацией перед переключением передачи. Также в аналогичном образом модуль управления кузовом транспортного средства отвечает за включение определенных огней и приборной панели вашего транспортного средства, когда это требуется от дополнительных модулей. Этот интерфейс в связи с целым известным как система CAN-шин вашего автомобиля. Данные передаются от точки к точке в этой системе через серию сложных электрических соединений. И в некоторых из самых современных систем эти данные передаются в различных формах, включая 12-вольтовое питание и 5-вольтовые опорные сигналы, заземление системы и сигналы в герцах. И теперь я думаю, что вы понимаете, что диагностический код неисправности U1000 указывает на неисправности в той сети связи, в которой может отрицательно повлиять на передачу данных. Это сбой связи может быть результатом неисправности проводки или может возникнуть в самом модуле. Из-за этого в первую очередь обратите внимание на соединение и провода. И из практики в диагностических целях проверяйте вольтаж в цепи ваших модулей. Так что я думаю, эта информация была вам полезна. Прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч! Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.